Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши. Вседержителя Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и вычеловечшегося, распятого же заны при Понтисте Пилате, и страдавший погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же Царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же с Отцем и Сыном споклоняемый, славим обламовавшего пророки, воедино святую соборную апостольскую церковь, исповедуйте на крещение в оставление грехов,
чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Thank you.
Его радуйся. Благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен почева твоего. Яко спаса родила еси душ наши. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен почева твоего. Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, иже от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человека, нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшегося, распятого же заны при Понтисте Пилате, и страдавшего погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же с Отцем и Сыном споклоняемый славим озаголовшего пророки, воедино Святую Соборную Апостольскую Церковь, исповедуйте на крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.